Ջարապեշ ազդ խազում ղազի խախաբդն է վեք նումեր այսիկ խան թիվի, վեք ուն խազրն իրու բերնամա այսիկ խան թիվի դա, ու խազում ունհն եկի ուն գլիկն, յանե բոն ապայակին է հուն, ու թամաշովան այսիկ խան թիվի ռաբեջն չավա մլատ է այսդի լվեր ժիանդկ է, յանե ժկի դարի հատն է. Приветствую, Ездихан ТВ. В России, надеюсь, что ваш офис здесь в кратчайшем времени откроется. Будет плодотворная работа. Всемерно, чем сможем помочь. Мы, как езиды Урала, организация, и вообще, я думаю, что все езиды поддержат этот проект. И я желаю вам процветания. На ваш вопрос хочу сказать следующее. Я Амирян по фамилии, хоть я езид, Тенгиз Муразович. Хотя большинство людей знали моего отца как Азиз. Он из Грузии. Не только из Грузии, но и из Армении. Большинство езидов переселились в Россию, в разные города, в разные области. Отсюда и, наверное, от Калининграда до Владивостока. Это, наверное, видно и в Ютубе, и в Гугле по свадьбам, по жизни. Вот так вот. Ամչավատ վինն վրա տաշխիլատ այսդի է, այնի օրգանիզացիոն այսդի է հայա, լվվեր ու նավվվի այսդի որալ է, վկրավը դսեր խավատքար է ու դսեր խավատ ավի ժանի չէ հատի է կրնի, վկրավը դսեր վի եկի չի է? На этот вопрос могу сказать следующее. В 2016 году, в этом году уже 2 года, была организована организация «Езиды Урала». Сказать от души хочу, что очень многие езиды хотели бы, но пока не вижу того, что поддержка от езидского народа всемирная есть. Пока своими силами, своими возможностями представитель духовенства шейх Бакр Жора шейх с тем, кого выбрали председателем организации «Езиды Урала» Бениз Рошкани, двигают, как могут, это дело. Двигают его, я надеюсь, понятно всем, не для себя или своих детей, а для всего езидского народа, населения в этом городе, в этой области. Для того, чтобы все-таки не только мы вспомнили, но и узнали наши дети о наших традициях, о своем языке родном. Потому что, когда ты в стране, в которой говорят на отличном языке твоего родного, нужно это поддерживать более серьезно, чем на сегодняшний день получается. Я надеюсь, что езиды поддержат и этот проект «Езиды Урала», и вообще втянутся в эту работу, потому что здесь не существует того, кто какой-то лидер или какие-то корыстные цели представляет в этой организации. Организация создана для того, чтобы этносу под названием «Езид» помочь не утратить свои истоки, свои традиции, еще раз повторюсь, свой язык. На сегодняшний день очень тяжело с этим, потому что нет должного материала, нет учебников, скажем, на русском языке, чтобы было понятно, как произносить правильную букву, как правильно произносить слова. А хотелось бы, чтобы наши дети не забывали свой язык, не просто идут с уста, как это было столетиями, а уже используя все современные технологии, так как на дворе 21 век. Сахата Вахваш, аз дхазум, яне глевая дауи, яне глевая ахрие, жбона млате езди, у тамашевана езди хантиви че. Яне года науэ, жмлате езди. Я бы хотел пожелать всему езидскому народу, несмотря на те испытания, которые не только десятилетиями, столетиями, но и тысячелетиями по преданиям наших предков мы прошли, это и геноцид, неоднократный, множественный раз, последний раз, по-моему, это было в 2014 году, несмотря на все эти гонения, на то, что родная земля сегодня принадлежит разным религиям, народам, сегодня мы разбросаны по всему миру. Я пожелать хотел бы езидам всего мира объединения, процветания, терпимости, несмотря на все те тяготы, которые ему приходилось за свою историю испытывать. Объединение, терпимость и любви к ближним.
بودن آخر جوالی ازیت خان تی وی جوار را دخوازم که اون بیشتر بودن گلک رازی نه و ساعت آوافش و خدای بود آوسی ملک و آخایی که و همو ازیت خانمه لور و که روسیه ایتا تشی گلک رازی نه ملت ما ازدیه دین ما شرف دین امانا میتا آوسی ملک زمانا ما ازدی که زب رازی نه پیشن از وقتی نونر ازید خان تی وی رازی که خودت مرده و یک اولاد ملت ازدی و یک خواندکار تو بیشتر بوید برنامه و هر پیوینه تبیمه در باز دکی از خواستم جارا پیشن تو بخواه نشان که جا تماشه بانم ازید خان تی وی را که تو کی بچکی ولاد ما به ده ناز بکی Здравствуйте, я сын Мафатар, сын Давида, из рода Мриды, и племя Миранги. Вала та Русия или Екатеринбурге, ну че вам жуль добрым? Че ханда не вам уточи? Так, ну в настоящее время я являюсь студентом Уральского государственного и экономического университета уже на четвертом курсе по направлению гос. И муниципальная служба. Свободное время я помогаю общине в различных вопросах и в организации различных мероприятий. لی ورا خنجی و یعنی دیسوان دبینون جهال ورا گلک ازیدی دوشیم به یکترین مرگه ورا ازیدی جهال جهال ما چه با دیسا مجول دبین یعنی کاری من چیه پارامتر مو в целом большинство нашей молодежи яицкого народа они обучаются в высших учебных заведениях также вот я вот очень часто нахожусь в общине и наблюдаю за тем, какой процент молодежи у нас присутствует. Вот очень большой, честно, вот процент. И хочется сказать, что действительно приятно, что молодежь не забывает про свой народ и помнит наши традиции и обычаи. И они нам помогают в организации культ массовых мероприятий. Фикра ва янем вагив лави бажарита джин дури ва лате мейкал баба چه وای جن وای مثلا هم قرار ملت ازدی چه وای خواهید کرد یعنی خواهید کرد یعنی؟ Да, конечно, мы чтим и уважаем традиции нашего народа. И я вот что я ездит, как я уже говорил. Сахат ава хваш, дваасти аз вот нунер ездит хан ти ви. Сахат ава детара дхвазм, у кали тара бердавами, у пешката не гелек и дхвазм, ж берку اولاد ملت ازدی وقت که جمع را گلک لازم است برکو خانده نیم وامش رو دوون ساعت تا فرش دست بیشم گوتنه تی آخری جبون ملت ازدی و جبون تماشا وانه میزد خانده فرچیه Я желаю всем нам сплотиться в это тяжелое время. Именно сейчас, как никогда, нам нужна поддержка. Сплотиться и помочь решение, помочь и решить. Это и наша задача. Помочь в решении одной очень важной проблемы. Это геноцид языцкого народа. Только общими усилиями мы сможем спасти языцкий народ. За нас это никто делать не будет. Если не мы, то кто? Я считаю так. Ну и, конечно же, я благодарю ваш канал. Изидхан ТВ за то, что вы даете мне выразить свое мнение. И желаю поддержки вашему телеканалу. Благодаря нему наша молодежь помнит о наших традициях и чтит их. И не забывает язык. Это самое главное.
мечтает. Сабата хожди се добижум, гелеки розинеди се добора добижум, ако му беш дорбу на берна маме. Уд калива да гелеки пешкетене да хозам, уж бергу фант калива, ако вече овам не жегу, ти се добора добижум, уж мелете издева гелеки и руки ехватине, уд пешару жиде, аз говорим, веки ехвативен, уж бергу ем добинен, ту гелек джи фант калава, джи е джвина, ара ту хазар доби, у осажи, а у нови мелете изди, я жи, я ме, ту нови мелете изди, жи белен деки, ку нови мелете изди, да, Фанд кори во тезе во дест кевен у нови милете ха пеш за тоа. Сата као да бошта да дохазам пеш кетене у гелек разумен бо вештарбуна да намаме език ханти.